два места было. Два гола уже забил за банк ВТБ. Что ж, классика конференции «Премьер». У нас встречаются «Спецсвязь» и «Газпром Энергохолдинг». Для ГЭХ сегодня это первый матч, но при этом команда-то уже три игры провела в первом вынесенном туре. Тогда их результаты следующие. Одна победа. Победа над «Татнефтью» 3-0. Затем ничья с московским «Сбером» 1-1 и 0-0 ничья с «Меридиан Энерго». Так что после этого первого вынесенного тура на второй строчке команда находилась. У «Спецсвязи» сегодня дела идут неважно. Поражение 0-2 от московского «Сбера» и 0-0 ничья с командой «Мосэнергосбыт». Какой момент сейчас. Собратимся к расписанию игр, вспомним результаты предыдущих встреч «Спецсвязи» и «Газпром Энергохолдинга». Ну, статистика богата у нас. Последний раз, 21 января 2018 года, встречались команды, то есть буквально пару месяцев назад. Тогда со счетом 3-1 «Газпром Энергохолдинг» праздновал победу. В прошлом пятом регулярном первенстве ничья 1-1 и победа «Газпром Энергохолдинга». В четвертом первенстве, то есть тоже 2017 год, вот здесь диаметрально противоположные результаты. 4-0, победа ГЭХ, но затем была еще и разгромная победа «Спецсвязи» со счетом 6-0. И это самая крупная победа в истории встреч команд. Ну, дальше мы в дебри уже 16-го, 15-го там и так далее годов не полезем. Там результаты более-менее ровные. Но в последних матчах статистика все-таки на стороне «Газпром Энергохолдинга». Здесь нужно подниматься. С такой штрафной не поставят Сидин. Мяча достиг, удар защитника. Вот пошли настоящие матчи сегодня. Вот она, борьба, к которой мы привыкли в конференции «Премьер». Фролова, едва мяч не дошел, у Погорелов показывает защитникам, что вот Фролов-то был один. И как раз Погорелов уже пошел на перехват. Витя, Витя, удар нужен, удар нужен. Такая удобно, неудобно, Витя. Oh!
Итак, у нас угловой. Для спецсвязи это шанс. Наконец-таки мяч у них. И они на чужой половине поля. Вот здесь вот Сиден помог команде отбиться. Слава богу, здесь Погорелов и защитник разобрались, кто должен мяч выбивать. Перехват спецсвязи. Ничем момент не заканчивается. И вот прессинг их, выход один на один, Погорелов тащит. Сидин решился на удар. Снова не доходит мяч, потому что Погорелов в очередной раз эту передачу прочитал. Фролов. Пас, и никто сейчас не держал нападающего «Газпром Энергохолдинга» 1-0. Михайлов очередной мяч записывает на свой счет. До Михайлова обратной передачи, уже можем это смело говорить, но вот возвращается он назад и выносит мяч. Великолепный пас. Сколько же работы у Погорелова в этом матче. Если бы не он, счет был бы уже по-настоящему разгромным. Умница, Витя! Еще!
Последние секунды первого тайма. Можно попробовать с ударом закончить тайм. И при счете 1-0 перерыв. Тайм. Напомню, счет 1-0, Газпром Энергохолдинг впереди, и колоссальное количество моментов у них было для того, чтобы многократно счет увеличить. Но каждый раз немножечко не хватает, ну, везения, наверное, потому что вроде бы и с точностью все в порядке, и удары достаточно сильные. Здесь падение. Надо посмотреть, кто был неправ. Свободный удар. Выполнять его будет Гэр. Андрей, ближе, сейчас там Слава будет. Все, ближе, Андрей. Ближе, Слава. Правая нога. Недопоняли друг друга Михайлов и Сидин. Давай, за дело. Подскочи, подскочи, просто, Слава! Все! Все, нельзя! Дай! Ай, блин! Что ж всем этим сувать? Давай, Женя! Слава, пробку держи! Ближе! Напрягай, Слава! Ближе! Слава! Пошел! Михайлов очень неплохо играл в отборе, несмотря на то, что мяч не забрал, но здесь ответ блестящий, а Погорелов не дает мячу уйти за пределы поля. Жень, не теряйте! Чудодейственное влияние оказал перерыв на игру команд, нарушение правил здесь. Наш мяч, наш ау! Жень. Андрей, уйди, за флот поставь! Блин, Жень, смотри вперед! Погорелов в центральном круге. Блин, что за пас, Андрей? Еще раз! Андрей, выскочи! Жень, смотри вперед! Блин, вперед! О! Еще раз! Ну! Вперед смотри! Назад всегда успеешь отдать! Ну! Фол, спецсвязи. Второе нарушение у них. Сидин ждал передачу, но не увидел его партнера по команде. Горелов. Мяч пересек линию ворот. Полностью, и счет 1-1 на табло. Да, второй тайм Газпром Энергохолдинг как-то провально начал. Окучный мяч. Вполне логичное завершение этому. Но есть 5,5 минут для того, чтобы реабилитироваться. Первый пас должен быть. Вперед. Сделал. Вот теперь все по правилам. Молчат,
Жень, Жень, гол! Второй! От него! Назад! Назад! Дэн, все, все правильно, все правильно! Все, простите! Столба! Да! Сегодня преимущество сейчас в контратаке было у спецсвязи. Ну, может быть, имело смысл Газпром Энергохолдингу взять тайм-аут. Еще раз, еще Антох! Дальше штанга! Еще! Надо команде в себя прийти. Второй тайм просто отсутствует на поле. Вперед смотрим! Не привези, Антон! Доверно, Андрей! Да, Андрей! Назад, назад! Сирен мяч! Пятьдесят минут сегодня потребовалось спецсвязи для того, чтобы вспомнить, как играть в футбол. Но самое главное, что вспомнили. И теперь «Газпром Энергохолдинг» со своей половины поля просто не выпускают. Отлично атаку развернули. Здесь оставалось просто в ворота попасть. Но вот у Гекса последние 6 минут ни одного момента. Карточка, и теперь спецсвязь берет тайм-аут. Давай, что? Кому же карточка? Сюда, быстрее, Антон! Антон! Замена. Юр. А, типа, посреди. Между таймами поменялись вратарями. Да, я там вроде записал. Не, меняли. Даже чуть-чуть не забывал.
так до конца полторы минуты. Ну, видимо, футболисты спецсвязи не выполнили тренерскую установку на разыгрыш штрафного. Вряд ли было задумано именно так. И Сидин сейчас оказывается под давлением сразу нескольких защитников. Умудряется все-таки сделать передачу. Михайлов, он автор первого забитого мяча. Последняя чистая минута. Пролов. Тридцать секунд. Решающие моменты матча. Будет угловой. Возможно, последняя атака в матче. Здесь нарушение. Штрафной удар. И 6 секунд есть у спецсвязи для того, чтобы вырвать победу. Быстро, быстро, через жеку, через жеку. Лево, да нет, все, все, Антоха, сделай. Ну, да, три, еще один фол. Свободный назад, удар здесь. Не наш мяч. А, наш. А, свободный удар. И Гэх вводит мяч в игру. Ну что ж, за 2 секунды вряд ли уже что-то изменится. 1-1. По-настоящему заслуженная ничья спецсвязи. Приятно, что команда снова в игре.